Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту Рубин. 10 числа он успешно стартовал. И я хочу поделиться своими результатами. Но прежде хочу сказать, что сегодня, 12 декабря в 17:00 по Москве, будет вебинар. Приглашаю гостей и своих партнеров присоединиться и послушать вебинар. Очень интересно и как бы полезная информация будет. Значит, что я хочу сказать теперь по проекту. Заработала я на проекте 2590 рублей. Я считаю, это неплохой результат. Значит, переходим на почту. Сегодня я поставила на вывод, что я все тянула. Значит, 12-12-19 год плюс 2565. Пайер у нас берет комиссию и комментарий rubin.com. Так, на кошелек. И здесь дата операции 12 декабря. Перевод выполнен. Сумма получения 2565. Комментарий rubin.com. Все замечательно. Ну, я в нем не сомневалась, так как проект надежный, админ надежный, и все проекты этого админа работают. Они до сих пор работают, насколько мне известно. У него ни один проект не соскамился. Вот что я хочу сказать. И давайте посмотрим, здесь у нас статистика. Ну вот сегодня присоединилось плюс 133 человека. Всего участников 6715. Активаций 5098. И участники, друзья, обратите на такую сумму. Заработали уже в проекте 4 141 600 рублей. И я заходила в матрицу Light. Вот, ну, здесь вот есть подороже матрица. Так что минимальный вход сюда 500 рублей. Я сначала зашла сюда, сразу пополнила. И нужно сразу активировать. Потом я зашла в очередь Light. И также шахматы Light. Сейчас мы погуляем немножечко по кабинету. Вот можно здесь нажать «Перейти». Нас перебросит в матричку. И здесь вот такие вот короткие матрички. Возврат денежных средств с первым партнером. Вы приглашаете одного активного партнера себе. Он активируется. И вы сразу же уже на свой основной баланс получаете сумму, вложенную как бы в матрицу. Вот. И вот у меня первая матричка закрылась. Далее я перешла Light 100. Вот. Вот у меня здесь закрылась. И помаленечку, как мы видим, у меня закрывается вторая матричка. Здесь подо мной два человека. Далее под моим партнером, под девочкой, стало еще два человека. И вот под этим вот стал один человек партнером, и еще должен вот сюда встать один человек, и мне капнет на баланс копеечка. Так, вроде бы. Ну, еще на 2500 нет далеко, как я понимаю. Вот, я еще не перешла. А здесь у нас еще, сейчас вернусь, друзья. Нет клонов пока, будут клоны. Как нам вот по маркетингу. Далее что? Это основная, друзья, матрица. Теперь дополнительные. Также опускаюсь я ниже. У нас очередь слайд и шахматы лайт. Также нажимаю перейти. Это очередь. Вот у меня первая линия. Как бы номер очереди, дата активации. И мой заработок. Как бы очередь, структура. Так, заработок, рев-бонус. Вторая линия. Вот у меня здесь партнеры также.
Третья линия. У меня пока нет никого. И шахматы. Так, сейчас перейдем в шахматы. Нажимаю перейти. Это все можно отслеживать. Вот. Заработок 400 рублей. Сейчас я рекламку свою закрою. Открывайся. Так, заработок мой. Далее здесь моя команда. Все у меня партнеры в плюсе. Все заработали. У меня два активных партнера. Вот. И как бы очень хорошо заработали. Здесь вкладочка «Друзья финансы». Не забываем прописывать в настройках. Нет, даже вот здесь у вас будет. У меня уже нет этого. Платежный пароль. И обязательно записать, запомнить, так как он нужен будет нам при выводе средств. И вот у меня всего заработано 2590. Здесь история операции. Вот мой вывод. 2590 сегодня я выводила. Все обработан. И как бы здесь идут операции. Все. Активация. Вот. Партнерские начисления. Переход в матрицу. Далее что? Здесь можно посмотреть вкладочка «Маркетинг». Ознакомиться. Здесь основные матрицы можно видео посмотреть. Бонусные матрицы. Это все можно просмотреть. Здесь баннеры. Баннеры вообще, друзья, суперские. У меня баннеры работают. У меня баннер работает. Так, вот 468 на 60. И у меня баннер работает на 125. Вот. Ну, это вообще шикарные баннеры, конечно. Видите, они анимированы. И у меня... Сейчас даже скажу. Ой, так, 30 дней. Один работает, второй плюс еще 30 дней. В общем, у меня на очень надолго все вот забита рекламка этого проекта. Ну, и в профиле здесь как бы наши у меня заполнены, если кто со мной хочет связаться, как бы социальные сети, YouTube, ну и все такое. Вот, приглашаю, конечно, в проект. Если вы пригласите хотя бы одного партнера, вы уже возвратите. Да, друзья, это матрица, и в матрицу нужно приглашать. Вот. А и так я на переливы лично не рассчитываю никогда. Я рассчитываю только на свои силы. Ну что, друзья, буду заканчивать. Вот здесь вкладочка «Реферальная ссылка» находится партнерская ссылочка. Нажимаете «Копировать», ссылочка копируется. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!